Крепкий мороз празднику не помех. Жители Щелково собрались в городском парке, чтобы стать свидетелями интересного события – открытия ледового катка. Да непростого. Это первый в городе каток с искусственным покрытием из полимерных материалов. Кататься на нем можно и зимой, и летом. Открываем его в парке не просто так, а потому что это центральное место отдыха всех наших жителей. И потому что в следующем году мы из него сделаем сказку и благоустроим его по самым лучшим стандартам. Наш парк будет лучше, чем любой парк в Москве, да? Ура, с праздником, с Новым годом! Каток стал первым шагом масштабной реконструкции парка, которая начнется в 2022 году. Это стало возможным благодаря взаимодействию администрации округа и бизнеса, социально ориентированной компании-застройщика «Олимп Альянс». Наша компания очень надеется, что подарок вам понравится. Как сказал Андрей Алексеевич, это не просто каток зимний, а это каток круглогодичный. И мы надеемся, он станет такой точкой продвижения для жителей города постоянно. Катайтесь на здоровье, с наступающим вас Новым годом, здоровья и удачи. Первыми искусственный лед опробовали воспитанницы отделения фигурного катания спортшколы Олимпийского резерва. На первый взгляд он ничем не отличается от натурального. Кстати, производится покрытие под названием «Пласт Айс» в Щелкове. Уникальный инновационный материал выпускает компания «Пластмасс Групп». Он входит в перечень инновационной продукции Российской Федерации. У синтетического льда множество преимуществ, и не только в том, что он круглогодичный. Он собирается из пластин, как пазл. Получается ровная бесшовная поверхность любой площади. Пластины можно использовать с обеих сторон, они просты в эксплуатации и служат не менее 15 лет. Синтетическому льду не страшны ни дождь, ни снег, ни мороз. На нем можно играть в хоккей, заниматься фигурным катанием. Подойдут они и для кёрлинга. Коньки используются обычные, как для натурального льда. А вот подошвы ботинок скользят на искусственном покрытии гораздо сильнее. Вот такой инновационный каток теперь есть в Щелкове. Очень хорошо катается. Очень удобно. Скользкий? Да. Очень хороший. А на настоящем льду каталась? Да, каталась. А какой больше нравится? Ну, этот более побезопасней. Глава округа Андрей Булгаков после церемонии открытия катка пообщался с жителями. В частности, рассказал, что кроме реконструкции парка, в наступающем году в городском округе запланированы и другие проекты по благоустройству. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.